Также вы упомянули, что у вас есть новости о нашем многострадальном заброшенном доме по адресу Дружбы 20. Я просто знаю, что есть телезрители, которые вам постоянно задают один и тот же вопрос. У нас 24 мая истек срок выполнения решения суда хозяином Дружбы 20. Никаких он действий по суду он не выполнил. Поэтому мы написали письмо в прокуратуру о бездействии данного физического лица с просьбой применить меры прокурорского воздействия. Да какие же есть меры воздействия-то на этого человека? Ну, я думаю, что прокурор может пригласить его. И на личной беседе, думаю, это, наверное, самая лучшая мера воздействия. Ну, я думаю, нет, там, если не выполнение решения суда, это уже и штрафные санкции в том числе и так далее. Ну, хотелось бы, конечно, увидеть какой-то результат от этой работы.